Ребята, мы празднуем Масленицу в Черногории. Сейчас вам покажу, как мы в Черногории празднуем Масленицу. И продолжаем зиму, встречаем весну. Пойдемте посмотрим, какие у нас здесь конкурсы. Смотрите, сколько много людей. Мы встречаем Масленицу в Дукли. Это Будва. Будва, Беретти, скажем так. Ну, Будва, относится Будва, это Черногория. Вот такой комплекс Дукли. Возле него мы встречаем Масленицу. Ну, пойдемте поскорей. Это возле моря. Будем на пляже. Жесть. Сломанное чучело. Провожать зиму. Пойдемте посмотрим, как здесь весело. Какие здесь конкурсы. И что мы за конкурсы можем получить. Здесь у нас мы бросаем дротики, шарики. Если мы попадем в шарики, мы получим вот такое солнышко. Три солнышка. Это один блин или блинчик. Можно прыгать через веревочку. Пойдемте. Здесь можно бросать вот эти кольца, достать и бросить в мешочки. Вот они с песком. И тоже мы получим солнышко. Нужно с муки достать ракушки. 5 ракушек надо достать, и тоже получаем солнышко. 10? Ну, было 5. Я 5 достал и получил солнышко. Пойдемте посмотрим, что у нас есть. Здесь одной рукой надо держать вдвоем. Одна рука сзади, другая впереди. И нужно развязать узелок, перелазить, чтобы развязать, получить солнышко. Здесь классики. Можно в классике прыгать. Вот. Вы пропрыгали туда-обратно. Вот, 1, 2, 3, 4. Вспоминаем детство. И тоже получаем солнышко. Значит, 3 солнышка, 1 блинчик. Блин. А вот как раз собирают чучело из соломы. Вы будете гореть у нас. Пойдемте дальше. Здесь также можно научиться нас жонглировать. Тоже получаем солнышко. Снова вам покажу солнышко. Вот оно, солнышко. И пойдемте посмотрим, какие же блины нас делают. Эти блины мы можем сами рисовать, что мы хотим. Или кошечку, или цветочек. Да. Блинчики. Очень вкусные. Дети сами рисуют. Учат и сами переворачивают. Очень интересно. Когда ребенок может сам поучаствовать, все блинчики делать. Здесь уже обычные блинчики делают. Каждый стоит в очереди, вот чтобы получить свою порцию. Вот вот. Это не бесплатно, отлично, это тогда участие надо в розыгрышах, чтобы получать вот эти как раз солнышко, чтобы купить себе блинчик. Блинчик купить нельзя, можно его получить за солнышко. Давайте посмотрим. Оп. Блинчики можно мазать шоколадом, вареньем, джемами разными. Тут также можно купить и напитки, чай, глинтвейн. Вот мы видим чай, глинтвейн. Цена 50 € за кружку вина или кружку чая. И сангрия 2 €. Давайте посмотрим, как выглядит у нас. Это у нас чай фруктовый. Вот такой. Кружка чая, глинтвейн. А можно утворишь? Можно утворишь? Ага. А так вот выглядит глинтвейн. Еще можно его украшать. А вот как раз сангрия. Сангрия. Напиток. Освежающий с ледом. Здесь у нас можно также скакать в мешках. Вот, становимся в мешки и прыгаем. Прыгаем туда и обратно. Из-за этого мы получаем как раз жетоны. Здесь можно взять вещи, если кому-то нужно вещи, бесплатно. Тапочки, сандали. Скажем так, людям что не нужно, они приносят сюда, а другие люди, какие хотят, они могут себе приобрести. Это все бесплатно. Вот эти вещи. Здесь делают косички за 3 жетона. Вот вы садитесь, вам делают косички за 3 жетона. Плюс можно еще... Оп, что, куда еще можно деньги, где можно жетоны заработать и где их можно потратить. Можно потратить на блины, на вино, на костюм. И здесь вот рисунки. Вы нарисовали рисунок и получили свой жетон. Здесь участвуют не только дети, но и взрослые. Так, еще молодец, какой. Я вам сейчас покажу тебе свой рисунок, что я нарисовал. Где же мой рисуночек? Так, это не мой, это не мой. Это чем не сейчас мой принесут, рисунок. Чем украшать? Я даже не вижу своих рисунок.
Даже не вижу. Сейчас. Я рисовал на желтых. Спасибо. Нету. Вот так, все, ну не покажу вам свою рисуночку. Которые валяются, можно его сюда заносить, подносить и нету. Заматывать. Нету моего рисунка. Ага. Очень был красивый. А, вот моя рисунка. Вот я это рисовал с открытыми глазами. Вот сюда можно просовывать. И второй рисунок я рисовал открытыми глазами. Солнышко. Быстро за 10. Пока считать до 10. Получается, такое мое солнышко. Вот оно. Молодцы. Подписи с автографом. Захаренко. Молодец, Боря. Вот как у нас интересно. Вот видите девочку. Ее можно разрисовать. Вот тут это надо поддержать. Много, очень много людей. Ну, самое веселое не только для детей, но и для взрослых. Украшать. Найди ее сейчас, ладно? Сейчас принесу. Очень интересно. Вот, вы сейчас знаете, как у нас провожают масленицу. Масленицу у нас встречают и провожают зиму. Встречают весну. Я ищу своих девочек. Итак, они должны быть где-то здесь. Масленицы. Ее украшают высокие глаза. Не вижу. Потерял ее. Да, Саш, подсовывай. Подсовывай. Ну ладно. Ребята, можно я с вами прощаюсь. Вот, всем стоит. Хорошего настроения. До новых встреч. Хворостилы. И вот сюда вот засовывайте. Ну, так, видимо, уже ушла давно.